Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Если хотите ловить действительно крупного карася в августе, то запаривайте перловку на ночь в термосе с чесноком или жмыхом конопли. Такие лапти ловятся, что диву даешься. В августе наблюдается интенсивный клев карася, и опытные рыбаки говорят, что август наилучший месяц в году наряду с маем для ловли карася. В первой половине августа крупный карась перемещается по донным углублениям, в которых еще достаточно растительного корма, личинок и водных беспозвоночных обитателей. Карасики весом поменьше перемещаются в прибрежных заиленных участках, заросших водорослями и буйной береговой растительностью, тростником и камышом. Со второй половины месяца начинает постепенно уменьшаться кормовая база. Если в озере или в пруду или на участке малой реки не обитает щука, то карась встречается повсеместно. Он может сосредотачиваться стаями в зарослях тростника, растущего у берега. Потенциальные места ловли карася в августе – это ямы и омуты, коряжники, границы с травой, окошки в камыше. В жаркие дни лучшим вариантом будет достаточно глубокое место водоема или яма. Часто бывает в августе, что рыба неожиданно исчезает и перестает обращать внимание на насадку, на которую час назад поклевки следовали одна за другой. Это значит, что стая отошла от места ловли и нужно срочно подкидывать прикормку. Вторая причина такого явления – это резкая смена погоды. В августе карася можно ловить на удочку, донку и кормушку фидер. Каждый выбирает, на что ему удобнее и приятнее ловить. Если ловите на фидер, то наживка должна быть червь, опарыш, кукуруза или перловка. Эти насадки довольно плотно сидят на крючке и не слетят, как тесто при забросе. А вот на удочку в августе можно ловить на бесчисленное множество насадок. Хлеб, горох, кукуруза, манка, перловка, геркулес, мамалыга, опарыш, ручейник, червь, мотыль и многое другое. Предпочтительные запахи в августе для карася – это мед, корица, чеснок, анис, жмых, конопли или обычный семечек. Добавляйте фотографии пойманных вами трофеев на почту. Если вторая половина августа холодная, то скорее всего рыба на многих водоемах отойдет подальше от берега. Тут ее можно достать донкой или фидером.